Сегодня все желающие стали участниками первого в Беларуси эко-марафона. Он прошел в Гомеле. Организатор Белорусской Федерации Легкой Атлетики в Международный день Земли предложила таким образом поддержать идею бережного отношения к природе. Марафон проходил на двух дистанциях, более чем на 42 километра и на 6. Кстати, на дистанцию 42 километра пришлось даже вводить лимит – 200 человек. Мы хотим сказать этим забегом, что наша Беларусь красивая. Не только столица, но и регионы. Смотрите, какая прекрасная набережная. Хоть дождь, хоть непогода. Посмотрите, у молодежи какое настроение. Все улыбаются. Мы хотим сказать, что мы здоровая нация. Мы красивые и позитивные люди, относящиеся к своему здоровью со всей ответственностью. Потому что спорт – это жизнь. Чтобы стать участником марафона, необходимо было предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. Победители получили денежные призы, медали и ужин в одном из ресторанов Гомеля.